Из-за сильных продолжительных дождей произошел прорыв дамбы озера Угунебе в селе Джуляй Татинского улуса. Стоит отметить, что здесь для пропуска воды ранее были установлены две трубы и два сифон-автомата. Причиной ЧП стал прорыв трубы. На сегодня уровень воды поднялся на 60 сантиметров. Если уровень воды будет продолжать также стремительно подниматься, то есть опасения, что некоторые жилые дома, социальные объекты Наслига, в том числе школа, больница, дом культуры, реабилитационный центр и здание местной администрации, могут быть подтоплены. В настоящее время силами населения продолжаются восстановительные работы. Всего здесь задействовано 6 единиц техники.